Всего 2 дня осталось у чебоксарцев, чтобы посетить выставку народного художника Чувашии Николая Енилина. Особенно любят его за узнаваемые пейзажи, в которых поклонники видят родные места. Теплый летний вечер. Закончилась работа, и девушки собрались отдыхать. Плести венки, водить хоровод и обсуждать последние новости деревни. Картина такая живая, что кажется, слышен их разговор. Вот такая она, малая родина, глазами народного художника Чувашии Николая Енилина. А еще это край холмов и оврагов. Однажды я надеялись, мы с Саем шли по оврагу, на окраине оврага. Я увидел такой пейзаж. Я говорю, Геннадий Ильич, вот это то, что я ищу. Чувашская земля, она очень холмистая. Вот это, наверное, основа. Она поющая, как бы не прямолинейно. Прямолинейно ты увидеть песню трудно. А вот когда холмы, вот Чебоксары у нас на 7 холмах, когда приезжают, прилетают и так далее, говорят, как красивый ваш город. Несмотря на небольшое разнообразие жанров, оформить экспозицию было непросто. Это художник в каждом полотне разный. Совершенно разная манера письма наблюдается, совершенно разные ритмы, текстура. Так получалось часто, что работы не хотели висеть рядом на одной стене. И вот эти были сложности, довольно долгие были поиски. Но экспозиция все же сложилась, и «Любимая родина», а именно так названа выставка, представлена во всей своей красе.